С прошлого судебного заседания что-то практически не нужно. Залеем так, здесь. Присаживайтесь. Живой мужчина в мире. Живой мужчина в мире. Ну, вы же назвали живой мужчина Денис. Вы у нас представляете Татьяна Кухаряна Денис Владимирович? Нет, нет, никого не представляю. Число месяца год рождения своего назовите. Для чего? Для того, чтобы установить ваше личность. Нет, числа месяца года рождения. Не желаете? У живого мужчины нет числа и года рождения. Место регистрации свое назовите? У живого мужчины нет регистрации. Проживаете по какому адресу? Проживаю на планете Земля. У вас документы, удостоверяющие вашу личность, имеются? Нет, у живого мужчины нет. Тем более, сейчас повыше уровень вашей компетентности. Слушайте, не обязаны никакие документы представлять. Канцелярия суда 25 февраля 2021 года поступило волеизъявление. Было подано волеизъявление об истребовании 9 документов, заверенных надлежащим образом, подтверждающих личность, должность и полномочия лица Ершова Татьяны Евгеньевны, называющейся судьей. Данные документы заверены надлежащим образом не были предоставлены в полном объеме в соответствии с законодательством мебели. Не были даны исчерпывающие мотивированные объяснения относительно непредоставления документов, подтверждающих личность, должность и полномочия лица Ершова, называющейся судьей. Не были даны исчерпывающие мотивированные объяснения, на каком основании может возникнуть доверие и в каком основании следует доверять лицу Ершова Татьяне Евгеньевне, называющейся судьей, не представляющей документы, подтверждающие личность. Не были даны исчерпывающие мотивированные объяснения, на каком основании материалы дела с многочисленными нарушениями не были возвращены на доработку. Ко всему сказано, так называемая судья Ершова назначила дело на рассмотрение 26 января 2021 года к 14:30, однако начало судебного заседания значительно позже, в 15:15, что является нарушением трудовой дисциплины и неуважением к участникам процесса и умалением авторитета судебной власти. На основании всего изложенного выражает свое полное недоверие лицу Ершова Татьяне Евгеньевне, выражая сомнения в объективности и беспристрастности физического лица Ершова Татьяны Евгеньевны, считает, что Ершова лично прямо или косвенно заинтересована в разрешении дела на основании статьи 29.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, заявляет отвод физическому лицу Ершовой, называющей себя судьей, требует немедленно вынести письменное мотивированное определение по данному отводу с выражением разъяснений, желая, чтобы указанный документ был приобщен в качестве письменного доказательства. Желаете, считаю, что данный документ является явным неуважением к суду. Считаю, вот... Суд является совершательным комнатом для разрешения качества.